театре имени Анатолия Васильевича Луначарского до конца года установят подъемник для инвалидов-колясочников. Об этом в интервью Севинформбюро рассказала председатель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя Татьяна Михайловна Щербакова. В театре Луначарского подъемник для маломобильных категорий граждан закуплен. До конца года он будет установлен и появится возможность, в общем-то, беспрепятственно посещать спектакли. Напомним, средства на установку пандуса выделены из федерального бюджета по программе реализации локального проекта «Доступная среда».